прикольно. Я сейчас объясню, что смешно. Я вот очень люблю в стиле... Господи, в мире животных смотреть. Всякие тайные камеры, когда за сусликами, сурикатами устанавливают. Я вот могу целыми днями смотреть. Очень сильно сопереживать героям. В их борьбе за пищу. За их внутривидовым, как назвать, конкуренцией внутривидовой. И я каждый раз, когда выступаю, думаю, это похоже на сафари. То, что вы на меня смотрите, я человеческое создание. И все такое прям... Максимально настоящее, конечно, по-живому. Рвем. Следующая песня называется «Туру». Она посвящена моему отчаянию по поводу становления сверхпопулярной. Относительно и не лечит. Никого не щадит и не лечит.
растягивается, как вселенная, и сужается до точки прицеля. Как так получилось, что песня написалась? Выходила мусор выносить утром. Ну, такая, с вонючим пакетом, который плохая примета выбрасывать вечером, да? Такая семена и пленила. То есть то, что точно прорастет, и то, что просто мертвое. А всегда есть род, есть племя, есть принадлежность, есть история, есть фамилия. Кто-то сражался за то, чтобы вы здесь воспроизвелись. Кто-то сражался с болезнью, с разными ужасами, там, эпидемиями, войнами. И каждый раз, когда я думаю о тех людях, которые не остановили цепочку, а вопреки всему, продолжили размножаться и выживать, я испытываю восторг и восхищение. Я посвящаю вообще сейчас все свое звучание тем, благодаря кому мы здесь находимся, нашим дорогим цепочкам. Аплодисменты Никите Михайловичу Каменскому. Следующая песня такая, она подумать даже, это называется «Туман».